22 января президент Азербайджана Аль Хамалиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором французской компании Airbus Group International Жаном Пьером Таламони. На встрече отмечалось, что связи между Азербайджаном и Францией стремительно развиваются. Было выражено удовлетворение расширением сотрудничества в экономической сфере, в том числе в области космической промышленности. В ходе беседы были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между компанией Airbus Group International и соответствующими структурами Азербайджана.